На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра поединками в Минске и Гродно стартует 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Минск принимает могилевский «Днепро». Неманс играет с Витебском. В субботу 20 апреля мозырская «Славия» ждет в гости действующего чемпиона страны борисовский «Батэм». Поединок пройдет на мозырском стадионе «Юность». Начало в 15:00. Закроет игровую программу 4-го тура матч в Гомеле. В воскресенье 21 апреля зелено-белые сыграют с солигорским «Шахтером» на поле стадиона «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Последний просмотр накануне первенства Европы. В Гомеле проходит открытый республиканский турнир по боксу среди юниоров. Соревнования посвящены памяти воинов-интернационалистов, которые погибли в Афганистане. За награды спорят спортсмены из Беларуси, России и Украины. Нынешний турнир памяти воинов-интернационалистов 20-й по счету. Соревнования занимают важное место в календаре юных боксеров. В конце мая в Румынии состоится первенство Европы по боксу среди юниоров. Сборная Беларуси, которая отправится на континентальный форум в полном составе, присутствует на гомельском турнире. За поединками внимательно следит и тренерский штаб. Этот турнир у нас как этап подготовки, входит в модель подготовки к чемпионату Европы, который пройдет 22 мая по 2 июня в Румынии. Вот. Здесь у нас уже последний турнир, который мы конкретно есть веса, которые мы еще посмотрим, где были на первенстве республики спорные веса. И здесь их еще просмотрим. И, в принципе, у нас остается один сбор в стайках и участие в первенстве Европы. В числе сборников, кстати, два представителя Гомельской области – это боксер из Речицы Дмитрий Борисов и жлобинчанин Егор Симаков. Поединки против спортсменов из России и Украины, несомненно, считают тренеры, пойдут на пользу белорусским боксерам и помогут подготовиться к первенству Европы. И здесь все первые номера сборной республики участвуют. Ну, плюс еще к ним, конечно, добавили здесь у нас и команда из России, с Украины, самые, которые так, ну, в принципе, будет неплохо с ними нашим первым номерам где-то почувствовать, посражаться. За медали на турнире памяти воинов-интернационалистов борются более 80 боксеров. Поединки проходят в зале бокса областного центра Олимпийского резерва единоборств. Финалы состоятся 20 апреля. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».